Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталия, и мы продолжаем играть в Wolf Quest Anniversary Edition, и нам предстоит всем нашим волчьим семействам сейчас переселиться на новое место, на место летней стоянки и взращивать наших волчат до 20 фунтов, а мы их взрастили до 15 фунтов, вот самому маленькому из них 15, а тем, который поздоровей, уже по 16. А куда мы будем переселяться, мой друг? Мы можем, конечно, переселиться на гороостров, потому что, собственно, я на нем и нахожусь. Вот я, а вот то самое место стоянки волка-генерала и его подруги Ромашки. Вот здесь мы жили. Мне нужно всего лишь каких-то метров тут 40-50 преодолеть, я буду там. Но я отправлюсь все же не сюда. Я хочу отправиться в долину. Вот сюда. Я сейчас поясню, почему. Потому что все животные, все олени со своими оленятами, все лоси со своими лосятами, даже бобры, все здесь, в долине, все здесь, вся моя добыча. И мне бегать отсюда постоянно через эти горы, через реки, искать тут добычу, потом притаскивать опять через реку сюда, искать там какие-то броды, это заморочено. Это я уже проходил. И сейчас, выращивая волчат здесь, я постоянно бегал сюда в долину и охотился здесь, потому что вся добыча здесь, потому что в горах здесь нифига нету, и еще сложно это все найти, и сложно это заатаковать, съесть и так далее. А здесь выходишь в долину, и сразу все видно. Сразу видно вокруг все, где, кто, что, и все там есть, все находится, вся добыча там. Поэтому я предлагаю переселиться куда-нибудь вот сюда, чтобы я там просто лежал с моими волчатами, отдыхал, одним глазом смотрел по окрестностям и видел, вот, идет олененок. Пойду-ка его закусаю, притащу своим волчатам. Это будет гораздо проще, чем я буду, блин, бегать вот так вот, постоянно это все таскать сюда. Поэтому предлагаю сразу сюда переселиться. Так, единственное... Да, моя территория. Отлично, отлично, отлично. Моя территория по-прежнему еще супер. Надо будет вот эти еще территории захватить. И будет вообще класс. Все, переселяемся вот сюда. Вот сюда двигаемся. В долину. Я хочу попробовать. Я думаю, будет гораздо-гораздо проще, чем здесь. И выгоднее, и удобней. Ну что ж, решено. Тогда отправляемся. За мной. За мной, мое семейство. Давайте, вперед. Поход! Ну, поддержите меня воем! Во! Отлично! Пошли! Так быстро не получится переселиться, я думал сразу туда пройду. Нет! Тут волчата прошли совсем немножко, вот гора острова, вот гора. Только ее миновали, совсем немножко прошли, и волчата устали, и все. Вот здесь мы начинали, и вот столько я прошел. А мне еще пройти надо... Еще дважды постолько, даже больше, наверное. Волчата выдохлись. Вот по 20%, и все, они дальше не хотят идти, они тут положились. Так, давайте вы тогда в траву спрячьтесь. Вот, высокая трава, давайте к Лохнессе тогда прячьтесь, отдыхайте. Да, это не так-то быстро. Слушай, тут еще вот олениха рядом. Давай, лохушка, да, давай ее съедим, олениху. Ты это правильно решила. Детишек покормим, с утра они проснутся, выспятся. У нас как раз, по-моему, вечереет. Волчатки проснулись наши и идут есть взрослого оленя. Такого у нас еще никогда не было, слушай. Оленят я таскал. Ну, чтобы взрослого оленя. Они что, съели его сразу? Нифига себе, они какие прожорливые. Или там лохушка им помогла? Наверное, лохушка съела оленя. Эх, она негодяйка. Не дала детенышам нашим... Миска, они ну, есть хотят, бедняжки, смотри, плачут. Ладно, я вам отрыгну. Да что за ерунда? Так, давайте прячьтесь. Давайте прячьтесь быстрей. Койоты нападают. Так, ладно, все, тревоги нет никакой. Давайте, давайте, давайте. Так, давай, лохушка, вот, давай, правильно, отрыгиваем. Съела, блин, оленя, не дала поесть нашим детенышам. Давай теперь отрыгиваем обратно оленя. Пусть едят. В принципе, без проблем. Можно переселяться... И на большие расстояния. Пришлось только куска мяса нести в зубах, потому что, блин, он уставший, какой-то слабенький, еле перемещается. Наверное, пора разбить новое место для лагеря, наверное. Давай вот здесь. Давай вот здесь, в цветочках. Прекрасное место. Так, давайте, детишки, подтягивайтесь. Прячьтесь в траву. Так, все, спрятались. А я пойду вон добывать кролик, наверное, да? Вам на обед. Вот, отлично. Сейчас здесь немножко отдохнем. Да продолжим дальше наш путь. Сколько мы там миновали? Да совсем чуть-чуть миновали. Вот, и детишки опять устали. Еще где-то два, ну максимум три перехода таких.
с таким вот с хорошим привалом, поесть, поспать. Доберемся. Самое главное, что никто не атакует, не нападает на нас. Это самое важное. Так, нате вам кролика. Давайте, вылезайте, давайте, кушайте кролика. Это первая ваша полноразмерная дичь, которую вы будете кушать. Вот так они ее кушают. Оленю, к сожалению, вам лохушка не дала погрызть. Все-таки я покормлю своих детенышей оленем. Сейчас я пригоню олениху. Я уже почти сгрыз ее к нашим детенышам. Вот, загрузу прям около них ее. Так, не получится ближе подогнать. Она боится ромашки, ой, лохушки нашей. А поэтому вот здесь она падет своей смертью. Так, давай, лохушка. Ешь, только давай, всего не съешь. Давай всего не съешь, оставь детишкам. Сейчас я их приведу сюда. Сейчас они отведают взрослую олениху. Половинка еще осталась. Давайте, детишки, вам есть что поесть там. Лохушка уже наелась, я сам есть не буду. Да, лохушка, хватит тебе жрать. Ты уже 1% там у тебя какой-то всего лишь. Или она детишкам относит. А детишки что, не могут с тушей такой? Могут, могут! Вот, смотри, кусочек мяса, молодец! С огромного оленя! Вот, мертвячка, молодец! Лохнесс, иди тоже сюда. Идите, огромного оленя кушайте. Такого еще никогда я не делал. Прикольно, да? Вот так, на переходе. Едим взрослых оленей. Это покруче всяких оленят будет, да? Да лосят. Вот так вот. Много они там отъели от него. Да нет, вообще нисколько не отъели. Вообще нисколько не отъели, но наелись на полную. Вот, значит, мне этот тоже есть поесть. Отлично. Только не понимаю, как тут наводиться надо как-то странно. А, он занят, получается, волчатами. А теперь лохушкой занят. А теперь мертвячкой занят. Да дайте мне уже поесть, освободите все оленя. А. Освободите, ну давай, олень. Появись, опция. Опять мертвячкой занят. Да хватит жрать его, дайте мне. О, наконец, спасибо. Ведь сам поем немножко. Охота на бобра. Ты нашел канаву бобров. С апреля по ноябрь бобры используют такие канавы, я так понимаю, вот это вот канава, да? Чтобы найти деревья, которые они используют для еды и как строительные материалы для дамб и домиков своих хаток. Если ты хочешь попробовать охотиться на бобра... В смысле попробовать охотиться? Я уже в прошлой серии загрыз-то бобра и без всяких подсказок. Нажми Ctrl кнопку на несколько секунд, чтобы лечь и ждать бобра, чтобы он появился. Это может занять какое-то время. Бобры преимущественно активные на рассвете и закате, но ты можешь ждать для того, чтобы нанести ему экстра урон, когда ты, короче, прыгнешь на него там. Это мой такой вольный перевод. Я вообще тут на оленя охочусь, не знаю, зачем мне бобры. Какие бобры? Не нужны им пока никакие бобры, нам самим нужно поесть с лохушкой. Давай оленя загрызем, господи. Охотиться-то буду из засады на бобра еще. Я и так поохочусь прекрасно на бобра. Прогресс достижения Campfire, круг какой-то найден. Короче, этот, типа привал найден. Место костра, место какого-то привала. Соответственно, где это находится? Это вот здесь находится. Получается, это знаковое место, да? А ну-ка, дай-ка зайдем, посмотрим. Знаковые места, так, исследование. Да, смотри-ка, знаковое место нашел на Слаукрик первое. За все время, сколько тут избегал, да, вот так. Меня олени вывели на него. Прикольно. Так, а что я тут за место нашел? Подожди, даже интересно стало. Я бросил оленей, ну их нафиг. Ну, короче, вот, да, получается место для лагеря. Вот такие деревья, я так понимаю, на них можно сидеть вот так в круг, да? Они тут положены. Да, то есть людишки тут себе такую полянку приготовили для пикников. Понятно. Продолжим охотиться. Где там олени мои? Куда они убежали уже? Вот и подходит наше маленькое приключение, наше немаленькое путешествие. Реально много времени заняло. У нас там волчата уже, наверное, выросли. Уже 17,5 фунтов кусок мяса.
Приходится его все время тащить в зубах, потому что он слабенький, маленький, и он постоянно уставший какой-то. Еле перемещается, еле передвигается, без конца тащу в зубах, все время тащу. Так, практически мы прибыли уже на место. Где это у нас там находится? Подожди, я прям на месте, где-то рядом. Вот здесь, наверное. Вот это место! Да, это место! Да! Как мы назовем его? Так, как мы его назовем? Ну, давай, по традиции, приют. Приют здоровых. Здоровых волков. Вот так. Приют здоровых волков. А то все больные да блохастые. Вот, теперь здоровые. Получено достижение. Путешествие на долгую дистанцию. Путешествие 2 километра или больше. До зоны летней стоянки. Да, действительно, это было дальнее путешествие. Но, кстати, оно было вполне безопасное. Там пару раз койоты все время нападали. И то, наверное, больше не на меня, а на всякие куски мяса. Имею в виду не детеныша, а куски оленей, там, и туши оленей и так далее. Все, основали мы летнюю стоянку. Да-да-да, мы же не лохи какие-то, читать мы это, разумеется, не будем, потому что это уже читали. Идите сюда. Классное место стоянки. Тут не совсем классно то, что там бизоны вон ходят. Но зато... Ой, слушай, мой друг, вообще мне нравится. Ага, назвал. Приют здоровых волков. Детеныш заболел. Кусок мяса заболел, твою мать. Жесть. Так, давайте идите сюда все. Волчата, идите ложитесь. Заболел, да, заболел. Теперь у него будет снижаться здоровье. Блин, теперь надо будет ухаживать, лечить его. Но я, знаешь, что думаю, мой друг? Он от болезни, наверное, гораздо дольше будет умирать, тем более на легкой сложности, чем ему оставшиеся 2 фунта этих наберутся. Я так понимаю, по аналогии с 15 фунтами... Будет считаться по самому маленькому детенышу нашему, волчонку. Окей. Ладно, я думаю, он, скорее всего, от болезни дольше будет погибать, чем вес набирать. Давайте прячьтесь, чтобы тут разлеглись. Блин, они устали, потому что устали. С последних сил вот добрались до места, собственно, стоянки. Ну, тут кустов много. Какие хотите, ложитесь. Хоть каждый в свой куст травы кладитесь, ложитесь. А неплохое такое место, хорошее. Видно далеко. Видно далеко, можно вычислять на расстоянии оленей, оленят и так далее. Главное, лучше бизоны эти ко мне не пришли, вот тут ходят. Ну, они довольно достаточно далеко ходят. Река тут рядом, бобры рядом. Все рядом, мой друг. Отлично, великолепное место, да, мне нравится. Отлично, супер, супер, класс. Только надо будет вот эти территории захватить. Фух. Вообще, много дел предстоит, мой друг. Начнем потихоньку реализовывать их тогда. Вот почему мне здесь нравится. Видишь, мои детишки там лежат. А прям рядом с нашим логовом бегают просто стадами какими-то олени с оленятами. Вот почему я сюда хотел, вот почему я сюда и пришел, мой друг. Вот так-то вот. И олененок готов. Так, давай-ка мы его лохушка съедим с тобой. И возьмем другого олененка, там еще он, стадо целое, оленят бегает. Давай, лохушка, отъедаемся. И второго. Второго добываем, уже несем нашим детенышам. Круто. Просто рядом, рядом нафиг с нашим логовом. Офигеть. Пошел территорию мечеть, а тут просто стадами бегают. Ладно, пусть валяется сейчас. Другого добудем. Там целое стадо, блин, олених с оленятами, а. Офигенно. Просто офигенно. Во. Еще один. Готов. Давай, лохушка, помогай. Тебе такая помощь. Сам справлюсь. Волчатки, выходите. Я вам принес олененка, смотрите. Какого красавца. Да, давай кусочек мяса. Получено достижение. Портативный пикник. Принести олененка, труп домой для ваших волчат. Кушайте. Кушайте, дорогие. Давай посмотрим, как они это делают. Под лунным светом. Вот какие они... Черные, злые волчата. Да никакие не злые, они миленькие и прекрасненькие. Покушали вот олененка, получили мы за это достижение. Собственно, таким образом получается
протестировал себе для максимальной сложности, где выживать лучше. Вот лучше, да, на таких вот полянах выживать, потому что у нас все-таки волчат-то будет гораздо больше. На максимальной сложности, на Железном Волке, там нам некогда будет бегать далеко за добычей, нужно будет, чтобы добыча была рядом, иначе мы просто не успеем ничего, нянчить волчат, играться с ними, кормить их. Ты представляешь, сколько еды только нужно будет на такое количество волчат? На максимальной сложности, скорее всего, они еще больше будут требовать себе еды, быстрее проголодаются. А еще там их лечить и так далее. Поэтому, да, надо оптимальные места выбирать. Собственно, я сейчас как бы тренируюсь для максималки. Как мне выгоднее поступать? И да, однозначно вот так выгодно поступать, селиться в таких долинах. Однозначно, 100%. Понатаскал сюда кроликов еще. Они тут просто вокруг бегают нашего лагеря. Кусочек мяса у нас все еще болеет, уже 50% здоровья он потерял, но я сижу все это время с ним, поэтому, собственно, мы с Лохушкой подпроголодались, потому что больше не охотились. Вся еда детям уходит. Все время сижу с кусочком мяса, может быть, он выздоровеет. А нет, так ему осталось всего лишь 0,7 фунта, остальные детишки уже превысили 20 фунтов. Я так понимаю, все, он станет взрослым, и мы закончим здесь. Да, очень хорошо. Очень классное место, полно добычи всякой. Так еще, если отдалить камеру, то просто видны олени, которые ходят по округе. Очень классно. Сейчас, правда, по-моему, никого не вижу. Где там кусочек мяса? Подожди, кусочек мяса. Вот кусочек мяса. Вот, постоянно я рядом с ним нахожусь, чтобы меня золотистым его лапка подсвечивалась. Стой, волк. Ну ты убежал. Чтобы вот эта вот лапка подсвечивалась золотистым, когда рядом с ним находишься, она подсвечивается, это означает, что мы его лечим. Вот. Это все, чем занимаюсь. Так, съели кроликов, да, ну еще олененок остался, еще немножко там кому-то подъесть. Они у нас полностью откормленные на соточку. Все у них прекрасно. Что ж, посмотрим, что раньше произойдет. Все-таки я его вылечу постоянно, все время находясь рядом с ним. Или он раньше... У нас вес наберет. Очень даже любопытно. Папка любит тебя, мой хороший. Папка любит тебя, мой дорогой. Давай, поправляйся скорее, мой кусочек мяса, любименький. Давай. Что-то не везет постоянно. Всем, кто бы ни был назван куском мяса, какая-то судьба трагическая у них складывается. Надеюсь, у тебя-то будет хороший, мой сыночек, а? Кусочек мяса. Давай, выздоравливай. Выздоравливай, моя крохотулечка. Давай. Давай, папка тебя любит. Папка все сделает, чтобы ты выздоровел. И дорос до 20 фунтов. И стал матерым, черным злобным волком. Опасным и сильным. И стойким, и отважным. Не то, что папка. Трус-одиночка. Мой друг, у нас получилось. Кусок мяса полностью выздоровел. Все это время с ним находился. Так, что за атаки уже? Господи, боже мой. Так, лежите пока в траве. Выздоровел. Да, кусочек мяса выздоровел. Достижение разблокировано. Ваш волчонок оправился от болезни. Так, нужно теперь еще только, чтобы волки... мы оправились от волков, от их атаки. И это все прекрасно, мой друг. До 57 у него здоровье снизилось. И он выздоровел, и осталось последних 0,4 фунта, мой друг. И мы заканчиваем. И мы выигрываем. Вот так вот, триумфально. Так, пошли отсюда, чертовы волки, пошли отсюда. Давай рычать на них, давай кусать этих сволочей. Рычим. Гоним их, не мешайте мне, у меня тут праздник, понимаешь, у меня ребенок выздоровел, и вы тут бегаете, блин. Класс. Так, уже 58%. Достаточно мало пришлось с ним находиться. Ну как достаточно мало? Со 125, получается, лошок проголодался до 82 за это время. Но это при учете того, что у нас легкая сложность, очень медленно голод проседает. Все это время рядом с ним находился, игрался, спал рядом с ним. И все, он выздоровел. Ну, реального времени, наверное, минут где-то 40, наверное, заняло вот находиться рядом с ним. Больше там спать, играться и так далее.
Фух, так, ну что ж, давай напоследок я их покормлю. Покормлю каким-нибудь животненьким. А как раз и как раз они последние свои фунтики наберут. Так, давай, лохушка, хватит там выть, пошли. Пошли, кого-нибудь добудем, какого-нибудь интересного олененка или... Может, бобра добыть, точно! Вижу по ту сторону плотину бобров, и там хатку видел я. Так, вот он бобер на плотине. Давай, атакуй им эту сволочь! Ну, давай, 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 чё ты, подожди ты, лошок, давай, атакуй его. Грызи, грызи, грызи его, не пускай мимо, давай. Грызай, ну, смотрю, грызается какой страшный. Так, лошок, не пускай его, не пускай, преграждай ему путь. А, он поднырнул подо мной, так нечестно, бобер. Так нечестно же, во, другое дело, вот так честно. Давай, по-честному, давай, на суше сражаться, не кусай меня, я невкусный. Так, давай, давай, давай. Давай, лохушка, не пускай его, не пускай его. Так, главное в хатку его не пустить. Вот, вот, вот. А этот, подожди, ты пришел на помощь ему, второй бобер, наверное. Так, 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 так. Ну давай, вылезай куда-нибудь, сволочь. Так, главное туда не плыви. Туда, не, туда я тебя не пущу. Так, подо мной чур не подныривать. Нет, 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 бобер, нет, нет, нет. Вот хатка ж его, блин, глянь, он стремился туда, сволочь. Блин, а почему сейчас его укусить нельзя? Надо как-то теснить его. Так, я его смог остановить. Я ему смог преградить путь, блин, он меня обошел. Так, 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 оттесняй, мне надо оттеснить его на землю. Блин, как сложно с этими бобрами-то, а? Как же с ними тяжело. Давай на землю вылезай, блин, сволочь, ты же без жабр, тебе подышать надо. А, ну, собственно, сплыл и подышал, да, воздухом. Эй, блин, чуть не догрыз его. Ну, блин, так ничего, а там еще бобры. Сейчас как раз у нас закат. У нас закат сейчас, как раз нам справка, помнишь, писала подсказка игры, что... Ну, я даже укусить его не могу. Что, мол, на закате надо это... Или на рассвете бобров... находить. Ну, блин, давай ты уже куси его, эй! Ну, что это за ерунда? Давай кусай! Давай кусай наш праздничный бобер! Наша праздничная трапеза в честь того, что мы... вылечили нашего кусочек мяса. И того, что... детеныши дорастили до 20 фунтов, а? Ну, считай, уже дорастили. Так, 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 так. Ой, отлично. Давай, 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 давай. Вот это сейчас будет нашим. Вот это будет сейчас нашим. Сейчас мы ему накусаем. Так. Так, так, так. Лохушка, кусай его. Кусай его, лохушка. Помогай, блин, хоть раз в жизни. Помоги, а. На общее дело стараюсь. На праздничный наш обед. Ну, блин, ты как мешаешься мне тут под ногами, лохушка. Давай, кусай. Ну, что такое? Давай, кусай. Кусай, 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 чуть осталось. Давай, еще на разок. Давай, пожалуйста, лошок. Давай, 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 давай. Хана, 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 хана ему, хана ему. А-а-а! Он меня прям за голову укусил. И сам умер. Это была его последняя в агонии попытка. Мне голову откусить, но ничего у него не вышло. А нам одного достаточно будет, я думаю. А самим нам есть не нужно, а вот нашим детишкам, смотри какая. Смотри, какая сволочь. А ну потащили детям. Так, только нужно найти брод. Теперь здесь где-то будет, чтобы его перенести, потому что я не смогу его. А вот, наверное, брод и есть, да? Ой, как повезло. Ой, как повезло, вот он и брод есть. Все, идем туда. В наш лагерь тут как раз рядышком. Ты вот к реке спустился, видишь, что ты бобры, блин, все есть здесь. Надо здесь обязательно выживать. В долинах, а не в каких-то там горах, не пойми где, блин, там искать кого-то, куда-то бегать. Вот тут все подряд, какая хочешь добыча. Все есть на месте, ничего не надо нигде искать, выискивать. Волчатки, вас ждет деликатес. Деликатесный бобер. Вот так вот. Налетай, налетай, ребята. Вот так, праздничный вам еда, деликатесная, супервкусный бобер. Праздник у нас, потому что мы заканчиваем игру на легкой сложности за семейство лошариков, вырастив благополучно детишек. Но на этом мы не закончим их историю. Ну, обо всем по порядку, давай сначала мы их вырастим. А то мало ли что случится, фиг его знает, нам осталось там последних 40 грамм дорастить нашему кусочку мяса. Давай сначала сделаем это уже. А потом я расскажу тебе все. Много они там съедят, бобра? Совсем чуть-чуть. Даже нам хватит с лохушкой. Давай по кусочку, лохушка. Вот можно. Вот я разочек съем. И ты можешь съесть разочек, но нет, она трогать не будет. Потому что он в лагере лежит. Это тупо для детей только. Нормально, живем. Живет лохушка, все нормально будет с ней. Ну и, собственно, что у нас там по сближенности? Давай поиграем, порадуемся тому, что мы сделали это.
что мы это сделали, что мы все превозмогли. Пусть и не сложно было, но были опасные моменты. Не очень, конечно, опасные, но тем не менее. Какой-то риск всегда существовал. К тому же мы с однозвездочным партнером все это сделали, с лохушкой, которая абсолютно бесполезная. Ее имя полностью себя оправдывает на 200%. Так, стопроцентная сближенность, стопроцентная. Что ж, детишки, поели, трапеза прошла у нас праздничная. Все наелись, все навеселились, наигрались. Ладно, лежи здесь, мертвячка, фиг с тобой. Давай, ложимся. Теперь у нас будет праздничный сон, праздничный отдых. Будем тупо спать и ждать, посматривать сюда, когда же у нас последние граммы веса дойдут у нашего кусочка мяса 19,8. Если никто нас не потревожит, никто на нас не нападет, ничто нам не помешает 19,9, то мы это прямо сейчас и сделаем. Вот у нас рассвет, начало нового дня. Лохушка все-таки решила подъесть бобра. По-прежнему 19,9. Лохушка, что тебе? Это ты? Я проснулся из-за того, что ты бобра решила подъесть. Разбудил у нас, понимаешь ли? У нас тут осталась какая-то минута, отделяющая нас. Да какая минута там? 10 секунд, отделяющих нас от триумфальной победы. Давай же. Давай. Давай. 19,9. Ну. Ну. 20,0. Когда? Когда? Почему 19,9? Почему все 19,9? Уже полностью восстановился, кстати, он стопроцентный. А почему все 19,9 до 19,9? Что не так? Я спешу, наверное, тороплю события. А почему 19,9? И ничего не меняется, ничего не происходит. Вот, наверное, произошло. Так, мертвячка, залезь обратно. Получено достижение, вы выжили на легкой сложности. И меня поздравляют с тем, что я это сделал. Так, только сейчас как бы нас, это не конец лета у нас, нас как бы сейчас в этом режиме триумфа не съели койоты. Смотри, уже напали прям на нас. Детишки вроде спрятанные. Все, мой друг, мы это сделали. Вот, лохушка молодец, в кои-то веки. Ладно, ты нормальная, ты смогла койота прогнать. Все, у нас образовалась семья, койотов мы прогнали. Все у нас прекрасно и замечательно. Так, камера как там, чтобы перестала крутиться. Все, мой друг, вылезайте, волчатки. Давайте на вас посмотрим. Таких больших, красивых и прекрасных. Вот наша мертвячка. Смотри, какая статная волчица стала. Такая шоколадненькая. Ух ты, пучеглазенькая. Наша Лохнесси. Чернышка наша. Самочка еще одна. Смотри, какая миленькая физиономия. Какие ушки у нее. Какая мордочка. И наш кусочек мяса. Самый болезненный, самый слабенький, самый маленький волчонок, которого мы благополучно вылечили, выкормили и вырастили. Вот такой он прекрасный. Что ж, а теперь мы, мой друг, проголосуем за то, за кого из этих волчат мы продолжим игру на максимальном уровне сложности с активированным железным волком, за кусочек мяса, за Лохнесси или за мертвячку. Переходи на вкладку сообщества в соответствующее голосование и оставь свой голос. Ссылка также будет в описании под видео, а также в моем комментарии под видео. Или просто переходи на вкладку сообщества и голосуй. Голос каждого будет очень важен. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, друзья, и ваши комментарии. Очень приятно их получать. И читать, и радоваться тому, что радую вас. И до встречи в следующей серии. Жду ваш вердикт. Пока.